Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Ваши инициативы сами по себе эффектные и яркие, в это время не обязательно будут поняты. Личные усилия и порывы приобретут смысл лишь в том случае, если вы сумеете встроить их в некий план. В этот день можно удачно спланировать выгодную деятельность. Телец. Приостановка деловых контактов пойдет вам на пользу. Вы можете действовать с расстановкой и осмотрительно, не форсируя события. Это, безусловно, очень подходит вашему характеру. В любви вас может преследовать меланхолия. Близнецы. Прекрасный период для того, чтобы разработать стратегию семейной жизни вплоть до самых незначительных подробностей. Вашим основным, хотя и не всегда явным, мотивом будет оставаться здравый смысл. Рак. Смелые единоличные поступки в это время отдают опрометчивостью, могут выглядеть как неразумный вызов остальным людям. Их эффективность очень сомнительна, поэтому не предпринимайте решительных действий без всякой и понятной причины. Лев. Замечательное время для закрепления профессиональных достижений. Вы также получаете шанс хорошо проявить себя в солидной административной должности. Вновь доказать свое право занимать некий ответственный пост. Дева. Способность к самоограничению во имя идеи или цели – ваш основной козырь. Многое будет зависеть от того, как вы сами относитесь к необходимости временных лишений. Если вы попытаетесь активно настаивать на своих правах, предпримите попытку отвоевать силой то, что принадлежит вам, результат может оказаться обратным. Весы. Не бойтесь временно отступить в тень, там вы будете в полной безопасности. Предоставьте своим партнерам горячиться и тратить напрасно силы, а конкурентам красоваться перед публикой. Скорпион. Замечательные и реалистичные замыслы будут тормозиться из-за мелких дел. Вы можете обнаружить недостаток фактов или отсутствие необходимых документов. Стрелец. Вы можете упрочить свое социальное или профессиональное положение, но при условии, что возьмете себя в руки и откажетесь от своеволия. Послушание и дисциплина будут важны как никогда. Козерог. О таком стечении обстоятельств, которое ожидается в эти сутки, вы наверняка давно и тщетно мечтали. Этот день настал. Принимайтесь за свои заветные планы, не спеша и аккуратно. Водолей. Сложившаяся в этот день обстановка будет отличаться стабильностью и предсказуемостью. Это время для закрепления результатов, а не для бурной новаторской деятельности. Рыбы. День обещает удачу в материальных делах, в практических начинаниях долговременного характера. Увеличивается общая сопротивляемость вашего организма. Вы можете выдержать насыщенную программу мероприятий.